Привет, друзья! Привет, Ксюша! И вот мы уже в аэропорту, чтобы ехать к бабушке. Вот наши все вещи. Мы сейчас их пойдем сдавать. Вот это брюссельский аэропорт. Это после теракта они все поменяли, сделали другое помещение. И поэтому очень скоро вы узнаете, где наша бабушка живет наконец-то. Но мы вам это скажем из самолета, когда будем передавать привет, как и обещали, да, Алис? Да. Ну все, давай, поехали сдавать вещи. Ну вот, мы прошли контроль, сдали наш багаж, и вот мы уже видим самолеты. Смотри, мы на таком полетим, Алис, ты видишь? На таком. На таком большом. Ну, пошли дальше. Пойдем внутрь зайдем. Пойдем сейчас что-то покушаем и в магазин зайдем. Дьюти-фри. Ну что, пойдемте дальше. Все, мы прошли последний паспортный контроль. Здесь уже начинаются всякие дьюти-фри. В это мы не пойдем. Это нам не очень интересно. Мы пойдем какие-нибудь поинтереснее. Это газеты. А это духи, смотри. Хочешь понюхать, Алис? Иди понюхай. Ну-ка, понюхай. А я уже давно такого не видела. Вкусненько? Аккуратно. И вот какие красивые, понюхай-ка. Я уже давно таких не видела. Да, красивые, да, такие коробочки. Осторожно, только не разбить. Это такие же, которые ты нюхала. Все будешь перенюхивать. Вот эти, смотри, Victoria's Secret. А вот это ничего, да. Все, пойдемте дальше, а то мы не успеем игрушки посмотреть. И мама, конфетки. Пошли, Алис, хватит уже. Все понюхать надо, давай. Не надо только сейчас пшикать. Пойдем дальше. Все, здесь все понюхали. Пошли. Сегодня воскресенье. Нам повезло, народу не очень много. А, какие да. Красивые платья. Где красивые платья? Да ладно, красивые. Платье, платье. Костюмы, как костюмы. Сандали, как сандали. Сандали, как сандали, да. Сланцы как сланцы. Здесь парфюмерия и детская одежда. Пойдем, мы будем искать игрушки. Вон игрушки. И там же должны быть конфетки. И вот здесь игрушки. Ну что здесь интересного, моя хорошая? Это штрумф. Да. А вон большой штрумф. Алис, не бегай, давай посмотрим, иди. А большой он не дед боялся. Вон Олаф, смотри. Анна и какая обезьянка. Ну-ка покажи, Алис. Покажи, какая хорошая. Какая хорошая. Привет. А вон кошечка. Куколки. Алис, Алис, не убегай. Сейчас посмотрим. А вот конфетки, смотри, Алис, иди сюда. Иди сюда. Представляю, за чего я хочу. Или это? Ну, конечно, ты что, ну здесь обыкновенная шоколадка, так же, как и везде. Ну, где-то, я знаю, здесь есть большой магазин шоколадный. Вот то, что мы здесь купим, мы можем уже брать с собой самолет. Но у нас есть чипсы, у нас есть бутерброды. У нас есть все, чтобы мы, на всякий случай. Ну, это спекулёз, печеньки какие-то. Ну, смотри, девочка с тобой хочет поговорить, Алис. Не бойся, не стесняйся, помаши ей. Смотри, какая хорошая маленькая. Это всякие сувенирчики с Брюсселем. Всякие разные. Кубики какие-то, я не знаю, что за кубики, тоже игрушки. Игры.
А вон там пойдем посмотрим, что еще. Смотри-ка. Что здесь? Барби. Барби. Ясмин. Как? Подожди. Это для маленьких, Алис. Смотрите, Жасмин, как вы меня назвали. Жасмин, да, точно. Но меня называют. Кто-то пишет Жасмин, кто-то пишет. Кто-то пишет Джастин. Нет. Жастин, кто-то пишет. Нет, меня зовут Жужу. Меня зовут Джастин. Тебя зовут Джастин. Ой, а это что, смотри, Алис? Птичка, что-то делает. Тише, Жастин. Ой. А как она поет, эта птичка? Куда ей нужно нажимать? А, вот. Смотри, Алис. Мама, посмотри, как она плачет. Смотри, Алис. Песенку поет, ну-ка. Еще другие есть. Ой, такой пупсик. Но это не, это все большое, мы не повезем с вами. Сейчас посмотрим. Нам надо что-то небольшое, чтобы много не тащить с собой. Это у нас и так вещи. Смотри, Барба Папа. Какие хорошие, красивенькие. А вон штруфики. А вон у Звездных войн. А? Это одно кино. Одно кино или один фильм же. А посмотри, вот тоже. И вон тигр. Огромный. Смотри, рыбки, Алис, иди сюда. Это рыбки, которые плавают, как у тебя были рыбки. И черепашки, смотри-ка. Кто-то уронил таких огромных штрумфов. Давай на место его посадим. Привет. А это кто? Ослик. Алис, ты куда такого идешь? Куда мы едем, скажи. Алис, скажи штрумфику. Куда мы едем? К бабушке? Да. К бабушке. Смотрите, а вот миньоны. Банана. Няма. Няма-няма. А, и вот тоже. Мне нравится. Да. Мне вот такой. А вот обезьянки. Ой, мне нравятся ужасно эти обезьянки. Вот эти котлетка хотела вот такую. Да, такие хорошие. А вот они, писающие мальчики. Сувенирные мальчики, писающие. Это самое известное. Достопримечательность Бельгии. Он стоит в Брюсселе и писает фонтанчик там. Я писю в аэропорт. Ну что, идите за столики, садитесь, где найдете место удобно. Я возьму покушать. Иди садись. Мы прошли все контроли. Уже покушали. Да. Ну, Жужу. Мы все прошли, покушали, и сейчас у нас осталось еще куча времени. Да. Что с тобой? Всем привет! Салют я хочу! Привет! Я поеду в самолете. Я пойду в самолете. Пойдешь. Ну. А здесь какие-то всякие сладости. У нас уже есть. Чипсы у нас есть, а это есть. Смотри, макароны. Есть! Смотри, тут всяких конфеток тоже полно. И вот здесь. И здесь сыры всякие вкусненькие. Всякие какая-то. Ох, ну ничего себе, какой чупа-чупс. Красота, смотри как. Подожди, ну куда же мы в самолет с такой? Смотри, какая прелесть, Алис. Ой. Алис, смотри. Ой. Ой. Ты смотри, этот. А, это что? Ага. Ну да, чупа-чупс огромный. Печенюшки. Бельгийский шоколад всякий. Марципан? Марципан, да. Мне шоколад. Шоколад, сейчас посмотрим, пошли.
А вот какие старинные вообще. Мама! Вот она, вот она. Нет, нет, нет. Алис. Нет. Покажи, какую ты взяла, Алис. Ну, вот такая уже, да. А то же самолет нас не унесет с такими тяжеленными конфетами, если мы сейчас будем все тут скупать. Угу. Пошли Лизе тоже купим в подарок какую-то шоколадку. Давай, пойдем. Я знаю, вот эти. Какие вот эти? Нет, ну это вообще очень поменьше. Ладно, у нас же есть еще. Смотри. Нуар, да. Можно вот Гольер, да, например. Это очень вкусно. Самая хорошая бельгийская марка шоколада. Мам! Не кричи, я здесь. Нет, это вообще, а вот мы вот такую поменьше возьмем. Пошли. И бабушке может что-то тоже. Давайте посмотрим, что еще есть интересно. Бабушке, наверное, сыр надо. Бабушка любит сыр. Да. Нет, не такой. Мы возьмем бабушки, мы возьмем. Какой мы возьмем? Козе. Она не любит, но можно камамбер взять. Камамбер. Положи, а это держи. Сырок. Бабушка с дедушкой. А мне можно какой-то? Ну, посмотри, какую ты хочешь, небольшую только. Ну вот, мы ждем наш самолет. Хорошо. Ну все, сейчас полетим уже? Да. Да, смотри, вон туда пойдем, и там будет наш самолет. Он еще не приехал. Ждем. Нам поменяли дверь, и мы идем на другой выход. Ой, d'accord. Bon, merci. Ну, он сказал, зеленый свет дайте. Ты сделала красный свет, ты ему закрыла выход, он говорит, дайте нам зеленый. Вы сделали красный свет. Ты так остановилась резко. Покажи язык, Алис. Ой, синий язык. У нас штронфик. Это от конфетки синий язык. Где наш самолет? Мы стоим в трубу. И мы идем на наш самолет. Или этот, или вон синенький, или беленький. Мы еще не поняли. Ой, у тебя язык синий, как самолет. Мы еще не полетели, но мы уже сели. А, как удобно. Ну, удобно, когда только садишься, удобно. Да, можешь снимать куртку. А вот это удобно. Белый. Мы на белом самолете, да. Зайка моя, синий летит не к бабушке. Мы не можем на синем, он летит в другую сторону. А нам же нужно к бабушке. Или ты хочешь в другую сторону? А к бабушке не хочешь, она ждет. Хочешь? Алис уже расспрашивает. Ну вот мы поехали. Как ты красиво все раскрасила фиолетовым. А другим не хочешь цветом, Алис? Тебе фиолетово нравится все. Вот он у нас прямо. Вот это, разве не кис? А, это птичка, кажется, да? Это шафан. Это шафан. Хорошо. Смотри, давай, на старт, внимание. На старт. Внимание. Марш! Ура! Полетели. Вот смотри, мы уже полетели. Полетели уже? Бабушки. Попробуй в окошко поснимать. Если будет видно, да. Да, конечно, видно. Давай, ровно держись, старайся не дергаться. Ой, это ты сама сделала, Алис. Клоуна сама сделала?
1, 2, 3, это ты сама сделала циферки? Ну, молодец какая. Вот это красота. А вот так. У нас есть салатик какой-то с хлебушком. Смотри, донатик. Да? Масло, даже конфетка. Ты видишь, как здорово? Сок апельсиновый и булочка. А это нет, это сыр. Мы сейчас тебе намажем бутерброд с сыром. Вот. А для взрослых что-то другое. Какая-то курица, салат какой-то тоже. Салат как русский, но это их израильская еда, она очень похожа. Салаты всякие, очень много. А у тебя как у меня, дождь, поставь в нее это самое. Нет, Алис, сначала нужно покушать салатик. Давай. Ну, молодец. Ну что, приятного аппетита. Та-дам, ребят. Будем заряжать, давай. Какую ты хочешь, смотри. У тебя есть оранжевая, есть красная. Да. Давай сама. Получается? Зарядили? Давай, как выскочила. Ну что, давай расскажем, кто победил в конкурсе теперь. Расскажем. Наш последний конкурс был угадать, в какой стране живет наша бабушка. Бабушка наша жила и в Греции, и в Турции. Вы писали столько стран, что даже мы полетели к бабушке, да. Наша бабушка живет не в Греции, не в Турции, не в Геленджике. И даже нам кто-то сказал, что такое, не крутись, сядь. И кто-то даже такое предположение выдвинул, что наша бабушка живет на Юпитере. Это, конечно, было бы интересно бабушке на Юпитер слетать. Но нет, она живет не на Юпитере. А где живет наша бабушка? Алиса? Наша бабушка живет в Израиле. И первый, кто догадался об этом, его зовут Айолас РЗН. Я не знаю, что это у него за имя такое сложное, но тем не менее, он был самый первый. Скажи, мы тебе привет передаем, а помаши. Привет тебе, Айолас РЗН. Ты молодец, ты угадал правильно. Ты самый первый угадал, куда мы летим. А мы летим в Израиль. Но, к сожалению, никто не угадал город, в который мы летим. А летим мы в Хайфу. Наша бабушка живет в городе Хайфа. Смотри, кого уже прилетаем. Видишь, как все светится красиво. Это где бабушка живет? Это где бабушка живет, да, вот уже. Снижаем? Снижаемся, да, вот там. Красиво, нравится? Какие огромные дома. Смотри, вон какие небоскребы. И облачка мимо них. Видишь, как здорово.
смотрели сейчас, смотри, машины уже видно, как едут по дороге, видишь? Смотри, машинки движутся. Опускаемся на землю, да? Смотри-ка. Да. Уже все близко видно. Садимся на землю. Сейчас будет бум. Смотри. А, вот он. Карандаш. Тебя там все дети, которые... Смотри, садимся, Алис. Не так. Слушай, шш. Сели, смотри. Ура, мы сели. Мы прилетели, Алис. Ты рада, что мы прилетели? Я боюсь. Не бойся, все, уже прилетели. Ну вот, мы прилетели. Да, это аэропорт. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Фонтанчик, да, мы сейчас... Очень тепло. Да, пойдем багаж получим, а потом пойдем фонтанчик посмотрим. Пошли. Девочки, вперед. Красиво, да. Давай, лучше. Осторожно, не так быстро. Проходи. Вон нам туда, на выход, Алис. Вон туда, на выход, видишь? Я могла это качать. Красиво здесь, какие-то голубенькие такие. Смотри, какие скамейки классные светятся, Алис. Посмотри. Вот здесь вот все светится, Алис, посмотри. Лавочки такие, они светятся синим светом. Я и написала. Не, нормально, мне не жарко, мне нормально. Ты куда побежала? Иди сюда, малыш.